леденец и телевизор. Что может быть лучше? Эй, тише! Давайте разыграем Элис. Прикреплю искусственные волосы к подмышке. Будет здорово. Пойдем. Привет, Элис. Какой интересный вид. Слышала что-нибудь про эпиляцию? Отличная идея. Возьму это. Вау, а хорошо получилось. Кажется, меня сейчас вырвет. Купилась. О, как скучно. Ты это слышала? А, это мой телефон. Алло, привет. Закончи тут. Переверни блинчик. Вау, я не была готова к такой ответственности. Нет, не может быть, я скоро. Что мне делать-то? Была не была. Что случилось? О, почти. Та-дам! Я тебе уже говорила, не играй с едой. Выглядит неплохо. Как смешно. Дай сюда. Смотри внимательно. Подкипи блинчик и переверни сковородку. Вау! Так просто! Можно попробовать. Поднимаем блинчик со сковородки, а сверху сковородку. Получилось! А теперь можно есть. Отличная работа! Ла-ла, ба-ба-ба! О, газировка! Ба-ба-ба! Ла-ла-ла-ла-ла! Упс! Нет! Остановись! Я такого не ожидала! Ну, хоть пара капель осталось. Да ладно! Как это раздражает! Хорошо, что есть вторая бутылка. Аккуратно, потихоньку. Пожалуйста, не разбрызгайся. Погодите-ка. У меня идея получше. Используем кукурузный сироп. Кладем ложку сиропа в газировку. Этого хватит. Закрываем крышку. Как следует. А потом потрясите. После этого уберите в холодильник. Думаю, готово. Па-па-па, ла-ла-лам. Теперь можно не переживать, что все разбрызгается. Вау, вы только посмотрите. И это очень вкусно. Намного лучше обычной газировки. Ю-ху! Привет, девчонки. Сейчас я попить налью. Отличная песня. Столько хватит. У-у-у, газировка! От танцев пить захотелось. Спасибо. Жду тебя на танцполе. Окей, как грубо. Просто налью в другой стакан. Отлично. Я так этого ждала. Я это забираю. Спасибо. Мне так это нужно. Серьезно? Я просто хочу попить. Можно мне? И мне. Вы что, издеваетесь? Стоп. Я знаю, что делать. Сначала берем графин и наливаем в него газировку. Я еще не закончила. Застегиваем кабельную стяжку и надеваем на ручку. Сожмите графин так, чтобы стяжка легко легла сверху. Набросьте стяжку на носик. Теперь можно наполнить 3 стакана сразу. Это значительно экономит время. Ребята, кому газировку? Круто! Спасибо, Эмма! Давайте тусить! Пора настраиваться на волну! Не так быстро! С едой и напитками нельзя, мне надо тебя проверить! Вау, это точно безопасно? Окей, проходи! А? Стоп! Это еще что? Вау! Дай сюда! Ты знаешь правила. Она хороша. Но не настолько. Она меня тут не заметит. Вам помочь? Классные ботинки. Ты знаешь правила. Но так нечестно. Убирайся отсюда. Что случилось? Охрана сегодня очень строгая. Мы так не попадем на вечеринку. Все окей. Возьми мороженое. Не могу, горло болит. Я помогу. Вот пластинки от горла. Погоди-ка. Кажется, я знаю, как спрятать вкусняшки.
Убираем леденцы из упаковки. Затем берем газировку и стакан. Наливаем газировку. И добавляем немного красителя. Нельзя, чтобы было похоже на газировку. Добавляем ложку желатина. Набираем смесь в пипетку. И разливаем по ячейкам. Заполняем упаковку полностью и оставляем схватываться. Сверху кладем фольгу и запечатываем. Стоять! Открой сумочку. Что это у нас тут? Пластинки от горла? Окей. Проходи. Да, получилось. Думаю, я заслужила вкусняшку. В смысле, пластинку. Как вкусно. А вот и полезный перекус. Вкусненький банан. То, что надо. Как странно. Куда он делся? О, банановый вор! Я проголодалась. Окей, хорошо, что есть еще один. Такой аппетитный. Даже не думай. Дай мне. Верни. Вот, держи. О, салат. Скучно. Прости, минуточку. Я сейчас. Возьмите вилку и плоскогубцы. Плоскогубцами скрутите зубцы. Поверните, чтобы они смотрели вертикально. Вот так. Теперь можно порезать банан на кусочки. И поесть вместе. Угощайся. Правда? Ты лучше всех. Ням-ням-ням-ням. Вау, а Элис и правда обожает бананы. Да ладно, вот умора. О, ужасный вкус. Надо добавить сахара. Вау, я такого не ожидала. Так смешно. А где мой напиток? А, это же просто сахар. Мой стоматолог разозлится. Сколько сахара я в него положила? Как это раздражает. Хотя, я знаю, как это исправить. А пустая банка из-под арахисовой пасты мне поможет. Насыпаем сахар. Затем закрываем крышку. Теперь нужно проделать отверстие в крышке. Немного пошевелите, чтобы сделать его побольше. Вставляем трубочку. Так-то лучше. Идеальная порция каждый раз. Ну и где она? О, ты пришла! Я так рада тебя видеть! Я тебе сейчас только расскажу. Вечеринка. Паста выглядит аппетитно. Угу, понятно. Он такой милашка. Погоди, дай тоже спагетти попробую. На чем я остановилась? Точно, вечеринка. Я не поверила своим глазам. Он правда это надел. Не может быть. Эмма? Было так неловко. Эмма, твои спагетти. Кажется, тебе стоит взглянуть. Но это была крутая ночка. Просто посмотри на свою тарелку. Надо что-то делать. В следующий раз тоже приходи. Очень жаль, что тебя не было. Надо научить ему вести себя за столом. Чувствую себя парикмахером. От этого видео точно заурчит животик. Какой ваш лучший трюк с едой? Расскажите в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы увидеть больше полезных видео.